Ну, давайте прогуляемся по Арбату, по старому Арбату, вот от здания МИД. Все-таки не точка, МИД, до Сорн-центра. Посмотрим, как сейчас тут дела обстоят. Давно здесь не был. Улица Старый Арбат в Москве. Сегодня выходной. Много очень людей. Рисуют портреты, шаржи. Шаржи вот 300 рублей. Заказывайте еду, да? Сам да. Книжки продают разные. Продают, покупают. Матрешки, летние веранды, смотрю, прям много очень летних веранд в этом году. Картины продают. Он фотографируется там с Путиным, с Цзиньпинем. Здесь вот читает. Дела, он барином сядет в копейку свою. Но вот оказался на самом краю. Страна, что кормила, пришел пустая. Я думаю на палатке моя.